Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим несколько примеров, в котором одновременно применяется формула квадрата суммы или квадрата разности и формула разность квадратов. Итак, первая часть нашего примера а минус 2b в квадрате – это формула квадрата разности. Вторая часть а плюс 2b на скобку а минус 2b – это разность квадрата. Начинаем применять. Итак, первая скобка раскрывается так. Квадрат первого числа. Первое число а, поэтому мы получаем а квадрат. Минус удвоенное, пишем цифру 2, произведение первого и второго чисел. То есть 2 умножаем на а, умножаем на 2b. И прибавляем квадрат второго числа. Второе число 2b, мы можем взять его в скобки и поставить квадрат. Прибавить. Когда у нас перед скобкой стоит плюс, то мы можем дальше скобку уже не писать. Значит, эти две скобки, еще раз повторюсь, образуют разность квадратов. То есть первое число в квадрате а квадрат минус второе число в квадрате 2b в квадрате. Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Я могу дальше кое-что не просчитывать. В первой части у нас стоит скобка плюс 2b в квадрате. Во второй минус 2b в квадрате. И эту часть я могу сразу зачеркнуть. Какой недочет у этой формы записи? Обратите внимание, вот здесь стоит плюс, а на следующую строчку мы не поставили. Поэтому обязательно перед а мы ставим знак плюс. Далее, начинаем подсчитывать то, что осталось. А квадрат прибавить а квадрат – это 2а квадрат. И нужно просчитать произведение. Минус. Дважды 2 – 4 и буквы АБ. Обратите внимание, я сократила сразу, не преобразовывая. Но я могла бы 2b возвести в квадрат, получить 4b квадрат и затем уже сократить. Каким способом вы пойдете? Естественно, тем, которым вам удобнее. Следующий пример. А минус 5х в скобках квадрате прибавить скобку а плюс 5х в скобках квадрате. Итак, здесь присутствуют формулы квадрат разности и квадрат суммы. Начинаем их применять. Квадрат первого числа а квадрат. Минус удвоенное, то есть 2, произведение первого числа на второе, то есть 2 умножить на а умножить на 5х. И плюс квадрат второго числа 5х я записываю в квадрате и в скобках. Плюс, обратите внимание, плюс я переношу на следующую строчку. И опять пошли применять. Квадрат первого числа а квадрат плюс удвоенное произведение 2 умножить на первое число а умножить на второе 5х. И плюс квадрат второго числа 5х в скобках квадрате. А теперь обратите внимание, что у нас имеются противоположные произведения. 2 умножить на а и умножить на 5х. И 2 умножить на а умножить на 5х. Одно с плюсом, другое с минусом. Противоположные можно зачеркнуть сразу, не преобразовывая. Получаем а квадрат плюс а квадрат. Это 2а квадрат. Далее мы должны преобразовать нашу скобку. 5 в квадрате – это 25х квадрат. И прибавить точно такое же 25х
квадрат. Получим 2а квадрат прибавить 25 плюс 25. Это 50х в квадрате. Еще один пример, в котором два раза используется формула разности квадратов. Итак, b минус 1 умножить на скобку b плюс 1 минус скобка a плюс 1 умножить на скобку a минус 1. Итак, скобки разные, отличаются только знаком. Это формула разности квадратов. Возводим первое число в квадрат. Это b в квадрате. Отнимаем второе число в квадрате. Это 1 в квадрате. Можно было сразу написать единица, но мы делаем подробно, чтобы было более понятно. Итак, ставим минус. Дело в том, что здесь у нас формула, поэтому мы обязательно ставим скобку, чтобы не запутаться в знаках. Итак, первое число в квадрате – это а квадрат. Отнимаем второе число в квадрате – это 1 квадрат. Раскрываем скобку и сразу упрощаем наше выражение. b квадрат минус 1 в квадрате – это 1, минус а квадрат. Далее перед скобкой минус скобки минус будет плюс 1. Что мы с вами видим? Мы видим, что единицы можно зачеркнуть, поскольку они противоположны. Итак, получаем b квадрат минус а квадрат. Но дело в том, что иногда может быть другая формулировка. Не просто упростить выражение, а, например, разложить на множители. В этом случае мы еще раз применяем формулы, только теперь мы превращаем это в две скобки. Итак, b минус a и вторая скобка b плюс a. Давайте рассмотрим с вами еще один пример. Итак, он будет похож на предыдущий, поэтому мы решим его быстро. 3а минус 2 на скобку 3а плюс 2 прибавить скобка а плюс 8 на скобку а минус 8. И постараемся не расписывать это выражение. Итак, первое число в квадрате. 3а в квадрате. 3 в квадрате – это 9а квадрат. Минус второе число в квадрате. Дважды 2 – это 4. Далее идет знак плюс. Раз плюс, скобку можно не ставить. Переносим плюс на другую строку. Первое число а возводим в квадрат а квадрат минус 8 в квадрате – это 64. Противоположных нет, поэтому мы просто упрощаем. 9а квадрат прибавить 1а квадрат будет 10а квадрат. Минус 4 минус 64 ставим общий знак минус. И модули этих чисел складываем. 64 плюс 4 – 68. Спасибо за внимание.